таможенный обводят строгим взором. Бок о бок со своими наставниками маршируют четвероногие сотрудники Федеральной таможенной службы России. В день 15-летия Центральной таможни кинологического центра они также главные герои праздника. Юбилей учреждения отметили торжественным митингом. В первые минуты почтили память ветеранов службы, возложив цветы к мемориалу. У истоков организации стоял генерал-майор Евгений Чухарев. Он прослужил Отечеству 42 года. 7,5 лет здесь. Это была, к сожалению, последняя страница в его жизни. Но страница такая яркая, и доказательством этому служит то, что вы продолжаете здесь работать, служить, приносить огромную пользу. Огромная польза – это наша непосредственная безопасность, которой мы обязаны сотрудникам таможни и их четвероногим сослуживцам. Они несут службу на границах нашей Родины, борются с контрабандой наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и других незаконных товаров. С момента основания центр подготовил более 1000 специалистов-кинологов и порядка 500 служебных собак. Их вклад отметили многие присутствовавшие на празднике. В том числе специалисты получили награды от имени главы Щелковского района. Сегодня хочу вам сказать слова признательности и благодарности за то, что вы есть, за то, что вы продолжили дело таких замечательных людей, кто болел душой и создавал этот центр. Я искренне поздравляю вас с этим днем, с праздником, с 15-летием и всех благ, здоровья не только вам, но и вашим питомцам. На сегодняшний день уровень подготовки служебных животных, служебных собак и профессиональный уровень подготовки специалистов-кинологов по сравнению вот с другими силовыми структурами, правоохранительными органами, он достаточно высок, что подтверждают результаты проводимых межведомственных соревнований, чемпионатов, различных конкурсов профессионального мастерства. Удивительно, но в век современных технологий самым верным и быстрым способом обнаружить опасный объект по-прежнему остается нюх лучшего друга человека. Тренированные собаки различают до 1000 разных запахов, способны учуять молекулу вещества на литр воздуха. В центре для их обучения созданы максимально реалистичные условия. Тут и почтовое отделение, и багажная лента. На беговой дорожке, совсем как в тренажерном зале, тренируют выносливость. Но, конечно, основная задача – научить четвероногого помощника искать и находить. Чтобы собаку поставить на какой-то запах, нужно не так много времени. Вот. Обычно здесь курс идет 3 месяца, вот, собака обучается. У нас есть собаки по дериватам, наркотическим средствам, табаку, взрывчатым веществам. Порядка 3 месяцев когда-то провела за обучением и немецкая овчарка Эмма. Ее, если можно так выразиться, специальность – наркотические вещества и табачные изделия. 6,5 лет она проработала бок о бок со своим наставником Артуром Калюковым. Стала ему не просто помощником, но настоящим товарищем. За плечами у них богатый послужной список. Вся работа после аттестации, собака уже начала работать в командировках. Мы ездили, прикомандированы были в аэропорт Внуково, ездили на границе России с другими странами. Вот, и там были у нас всяческие обнаружения. Закладку Эмма находит быстро, ей не привыкать. Только за прошедший год 8 обнаружений. В 2018-м работа Артура Калюкова с Эммой будет отмечена особо. Он получит награду президента Российской Федерации. К сожалению, это достижение с оттенком грусти. Скоро товарищей ждет расставание. Через 5 месяцев Эмме исполняется 8 лет, и она отправляется на заслуженный отдых. Для нее уже нашли любящую семью. Но даже тогда ее тренировки будут продолжены. Мотив простой. Она привыкла так жить, и было бы неправильно отнимать у нее любимую работу. 15 лет для истории лишь миг, но если есть цель, за эти годы можно сделать очень и очень многое. На празднике Виктор Углов, глава сельского поселения Трубинское, на территории которого находится центр, отметил, что считает важной задачей рассказать об истории его становления. Здесь большие исторические корни, и сегодня со мной присутствует историк, местный житель, офицер в отставке, который попробует, ну, пока по свежим следам, неискаженно как-то это объединить, обобщить, и мы постараемся издать, помочь ему издать книгу. Запечатлеть прошлое – особый труд. Ну а сотрудники центра продолжат смотреть в будущее, в котором благодаря их работе должны остаться уверенность и безопасность. Александра Гранич, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».